Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Atomic Heart, и это у нас DLC. Короче, какая-то там аннигиляция, что-то я забыл резко название. И в прошлой серии мы выбрались из нашего отеля, который называется Нелегкая, точнее как там Гелий получается. Мы разгадали это название, подобрали нашу лопату крутую, и сейчас будем всех крушить. Давайте-ка смотреть, что нас тут дальше ждет. Туалет. Какой-то необычный. Ну, он, конечно, понятно, что сломанный, но что-то тут все равно не так. Мне интересно, что с этим. О, ладно. Полезли. Поднимаемся. Сейчас какой-то скример, да, должен быть? Ого, нифига, это червь. То есть у нас нету выбора. Вот это я понимаю, скрипты. Грузимся. Только как бы зашли в локацию и уже дальше загружаемся. Получается, сегодня пришел с работы, думал, что сразу же засниму видео и все будет вообще круто. А у нас начало качаться обновление. И само по себе обновление весит 2 гига, что мне скачалось, ну типа за минуту. И потом полчаса была проверка данных. Вот я вообще офигел, типа блин, что за подстава. Так, смотрите, выбрались наружу. В трясине забот найдите способ покинуть болото. То есть мы сначала покидали отель, теперь покидаем болото. Весело. Можно нам... Это туалет? Обычно такие двери у туалета, но тут не похоже на туалет. А почему нам не дают забраться никуда? Ну, видимо, не надо. Для нашей лопаты нам тут точно ничего не надо. Я бы, знаете, я бы их ломал бы на всякий случай. Опа, опа. Опа. Как от тебя уворачиваться, я забыл. А, понял. Shift. А чё он такой, типа... Типа атакует, а типа и не совсем. О, мы еще прыгать наконец-то можем. Чё значит замок? Отдай. О, нифига, оружие мне нравится. Ладно. Под замком. А лопата-то слабоватая. Поэтому нам надо идти дальше или же как-нибудь прокачать. Ну, блин, к Леоноре. Я не хочу идти. О, блин! Все, я разучусь играть. О! Нифига. Понял, понял. О! Так, мы сдохли? Почему еще живой? А где этот манекен? Он в кустах, да, заныкался? Ты где? Ладно, хотя бы я вспомнил, что у нас есть заряженная атака такая. Хотя что-то она такая себе. Куда он пропал? Алло. Значит, прикиньте, нас тут в кустах ударит, и мы сдохнем. Так, мы пока медленно хиляемся. Как ты от него избавился? Очень интересно. Так. Вот этот оживет. Нет. Спалился, гад. Спалился, гад. Ты что творишь? Руки на стол. Я еще и промазал. О, какая музыка. Ты че? Да. Задал. О. А. Че? А. Ты че меня бьешь? Одумайся! Нифига. Да сколько вас тут? Ну все. Офигеть. Блин. А, он бессмертный! Он бессмертный, походу. А, все. Сдох наконец-то. Так, опять под замком. Блин, мне похиляться бы хотелось бы. А он столько клуша. Офигеть. Враг-то вообще необычный. Ой, я туда не хочу идти. Враг реально необычный, мне ну, типа, прикольно. Ну, конечно, с нашей клушей. Реально клуша какая-то. Так, чё сидишь? Кого ждешь? Дайте войти. Да, ой! Так, чё это? О, бабзина! Еще жив? Чтоб ты сдох, предатель!
А, блин. Заканчивать орать. Вытащи меня отсюда и поговорим по-человечески. Дезертир ты, а не человек. Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, брать предателя. А, так это ее. Эй, бабка, ты че свихнулась? Успокойся. Аленка, используйте Аленку в наиболее опасных ситуациях, когда противник берет числом, она расчищет вам путь. Так реально, то есть у нас вот нифига, то есть по той концовке мы идем, конечно. Ебучие офигеть. Пироги. Аленка. Да хрена! Что там за нейрошоколадка? Опа. Нифига. Чё? А, взорвалось. О, нифига. Нормально так долбануло. Согласен. Мне однозначно нужна еще одна такая Алёнка. Хочу еще. А лучше 10. Да. И оружие бы нормально не помешало. Офигеть. Ты найдешь где-нибудь укрытие, милый. А пока применяй против врагов собственный мир. Собственный. И где мне его взять? Он у тебя уже есть. Я же усовершенствую пойму. Он для вас охот. Помнишь, дорогой? Нажми на кнопку питания своего компьютера, и ты ударишь врагов нейронным импульсом. Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Необходимо. Теперь в могилу, крысёныш! Уймись, нет тебя в моем сценарии, ты не поняла еще. Блин, собрать до сих пор мы ничего не можем. То есть реально бобзинуться против нас, вот это как-то, знаете... очень странно все разворачивается, потому что лично по моему канону у нас прохождение там, где мы, ну там, где у нас Храз с ума сходит, а тут получается мы вырубили Храза и всех киданули, и короче мы типа враги народа, хотя вроде бы не такие уж и враги народа, просто непонятно. Так, ладно, тут видимо пока ничего нет интересного, нам надо идти по пути. Ай-яй-яй-яй. Че, сейчас опять разбираться будешь, да? Неадекват. Ты где? Разобрался, да, разобрался. Вот и сдохни. Он... о, он реально сдох. Надо не давать ему собраться. Такая фара светящаяся. И тут так много прохода, как будто бы, знаете, тут где-нибудь Аленку можно будет подобрать. Не просто же так все это дали? Или просто? Сейчас я уже начинаю думать, что просто так. Хотя тут, смотрите, а, да ладно. Вот если... Леонора! О. Где тут выход, Элеонора? Теперь тут еще и связи нет. Ну, бабка. Ладно, разберемся. Ну, бабка-то вообще жесткая. Ну, мы это еще в первой части... ну, точнее, как в первой части. Мы это еще в сюжетке основной это поняли. Теперь она показывает все, что у нас есть. Вообще, типа, я посмотрел в интернете, среднее прохождение этого DLC пишется 3 часа. Но так как я много читаю, у нас может быть побольше. А, блин, я вообще, я хожу туда-сюда. С вот его ушатаем. И бьем, не даем собраться, не даем собраться, не даем собраться. Нормально. Теперь я все понял. О, стрекоза. Блин, круто, что тут все так детализировано, конечно. Ну, конечно. Ну не, ладно, нормально, нормально. Где нам Аленку-то подобрать еще? Сколько бобзина-то собирала она, знаете, она тупо кукловод. Чё? Это я от бабы Сины ушел, от Сечного ушел, от меня не уйдет. Колобок? Большие гуси. Как будто... это был ты. Кто? Ты где? Жену забыл. Ой, я вижу, нифига. А голову Петрова ты дома не забыл? Выше. Кто это говорит? Где он это говорит? Смерть машинам.
Так, ну это не ты. Что за попугай такой? Где он? О, нифига. Паркурить-то можно. Правда, непонятно, к чему это приведет нам тут. Опа, что у нас тут? Да даже это закрыто, да почему? Даже если побить не поможет. Да зачем нам это дают? Мы что ли потом будем бегать обратно? Опа. Смерть машинам. Сюда. О, там что-то есть. А, это просветится, да? Ну явно же не просто так. Или просто так тут стрелка была. А я отсюда пришел. Пипи. А, о! Да как? И тут закрыто, и тут закрыто. Нафига? А главное зачем? Сколько же их тут? Я нашел какой-то кладец сундуков. О, я думал, я вернулся. О, мы его прям сразу же разбили. Ключ. К чему? За что? Кто это говорит? Что-то меня все так бесит. Что там такое? Так. Во-первых, я запутался, куда надо идти. Беги. А, нифига. Понятно. Так. Вот мы отсюда типа пришли. Сейчас через этот дом вернемся. Ну блин, я, если честно, мне будет как будто бы лень возвращаться сюда за всеми этими сундуками. Потом я не понимаю, почему нам запрещают, не дают спокойно всем этим воспользоваться сейчас. Так, нам надо подняться сюда. Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вот сюда стреляют. Ой-ой-ой. Аленку, дайте Аленку. Вы своими руками тут не раскидывайтесь. Ой, ой. Так. Что-то я пока что мало чего понимаю. Аленку подобрать не могу, сундуки подобрать не могу. Чё к чему? Все почему? Так, вот есть, у нас тут есть какой-нибудь... Система геолокации недоступна. Но лор то же самое. Инвентарь, ну тоже типа как бы... Непонятный. На X у нас ничего нет. Здесь у нас только клуша и пусто. Так, ну нам вот сюда. Можно ли нам тут найти Аленку? Где нам вообще можно найти Аленку? Как будто она есть в сундуках, а мы не можем открыть сундуки. Робот такой. На Вовчика похож. Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделаем. А, дайте атаковать, дайте атаковать. Дайте, я все смогу, я все смогу. Опа, одного уничтожили. Так, не кидайся. Не кидайся, повторяю. Давай, на, получай, получай. Опа, минус два. Они немного тупенькие, как будто бы. О, сразу двоих. Стоп. Не собирайся, не собирайся. О, еще. Я вообще, я Рэмбо. Поднимайтесь, товарищ майор. Не на тех напали. Я спущу вам лифт. Вы сможете найти меня в центре управления, на верхнем уровне лаборатории. Я как будто бы что-то не так сделал в самом начале, я не могу подбирать. Это меня, если честно, очень нервирует. Сюда. На самом верхний этаж. Лебедев. Я не помню, кто такой Лебедев. Сейчас заценим. Ой. Скажу сразу, покинуть предприятие сейчас не получится. Ни улететь, ни убежать. Это почему? Комплекс Менделеев находится под контролем Элеоноры.
поврежденного искусственного интеллекта. Это я уже понял. Что тебе нужно? Нет, это все не так. Так не должно быть. Иди отсюда. Все, улетай. Идите сюда. А, вы повредили свою перчатку. Так, о чем это я говорил? А, да, комплекс Менделеев находится под магнитным куполом Элеоноры. Коллектив нас не видит, так что мы в изоляции. Связи нет и транспорта тоже. А как же бабка? Летает себе спокойно и проклинает меня. А, Зинаида, да, она отлично оснащена технически. Идите сюда. Вот. Она перешла в открытый конфликт с Сеченовым. Но теперь я боюсь, это скорее наша проблема. Присаживайтесь поудобнее вот в это кресло. И поместите свою левую руку вот сюда. А я пока произведу замену полимерного манипулятора. О, все, нам дали доступ. Сейчас давайте почитаем. Ой, что так много? Запись первая. Лабораторный журнал профессора Лебедева. Час назад получена информация о самостоятельном отключении Элеоноры от сети коллектив 1.0. Все входящие линии связи блокированы. Ее Элеонора не отвечает на запросы. Срочно вылетаю в комплекс Менделеев. Попытаюсь решить проблему на месте. Сейчас раннее утро, в лаборатории нет никого из моих ассистентов. Но ждать прибытия персонала нет времени. Особо опасно. У Муравьева Зинаида Петровна, офицер связи, примкнула к группе радикально настроенных противников коллектива. Соблюдайте осторожность, сообщайте местонахождение в службу безопасности. Вот это она тут вообще, это Рэмбо. Запись вторая. Только что мой шар приземлился на территории комплекса Менделеев. Ситуация катастрофическая. Комплекс захвачен находящимися в боевом режиме нейрокуклами, экспериментальными лабораториями, вскрытые прототипы семинок выпущены на свободу. Все сотрудники комплекса погибли, приступая к подробному изучению обстановки. Так это что, это из-за Зины? Такая жесть стала происходить? Запись третья. Все хуже, чем я ожидал. Не имея надлежащей специализации, предатель Петров провел попытку взлома Элеоноры, воистину бездарно и примитивно. Он не только не смог подчинить себе мозг устройства, но и получил неконтролируемый эффект усугубления опасности патологии. Привнесенные им в ее управляющие алгоритмы, Элеонора неуправляема. Предельно агрессивно и находится во власти крайне нездоровых иллюзий, возникших в результате вышеуказанных патологий. Агрессия ее мозга продолжает усиливаться, ищу способы решения проблемы. Запись четвертая. Привязанность Элеоноры к агенту П3 оказалась для нас неожиданностью. Однако это свидетельствует о том, что взаимодействие с Элеонорой все же возможно. При соблюдении неких неизвестных пока факторов Элеонора может вести себя дружелюбно, продолжая разбираться в ситуации. Так тут дело в Хразе, потому что нас Храз мог защитить. Венец творения. Ай, все-таки ты давай, Артур, не обожествляй машины. Да, полезные, да, умелые, но всего лишь инструменты. Без разума от них в эволюционном плане пользы ноль. Еще надо доказать, что как раз разум представляет хоть какую-то пользу для выживания, дружище. Вечно он вас куда-то в тень ведет. А если не нужен он, разум твой? Как вон Эдик Компериан с Челомея это говорил. Человек — это лишь звено, необходимое для создания венца творения. Рюмки коньяка с ломтиком лимона. А это тут при чем? Ну, он-то шутил, ясное дело. Но вдруг мы всего лишь этап эволюции для создания роботов. И весь наш разум — это лишь инструмент в их эволюционной карте. Мизантроп ты, Артур, и нигилист. Вовсе нет, Максим. Я верю в то, что делаю, а не восхваляю себя. Может, человек просто тупиковая ветвь эволюции, а ему все кажется вершина? Может, от того и вершина, что дальше расти смысла нет. Венец творения. Кстати, о венце.
Может, в бар заглянем? Пару венцов творения по версии Эдика я бы усвоил. Запись пятая. После многочисленных часов работы становится совершенно ясно, что единственным способом восстановить изначальную работоспособность Элеоноры является ручная пересборка всех ее основных управляющих алгоритмов. Дефектная информация, образовавшаяся внутри мозга устройства, должна быть заново заменена на эталонные данные. Требующуюся информацию необходимо поместить в нейрополимерные сгустки, капсулу с которыми надлежит доставить загрузочное помещение, откуда осуществляется их перемещение в мозг устройства для последующей ручной рекомбинации управляющих алгоритмов. Приступая к изготовлению новых полимерных информационных носителей. Описание робота типа Бус-А. Робот-магнитоход Бус-А, бипедальное устройство, сборное автономное. Основная функция – автономный транспортный контейнер для безопасного перемещения химических реагентов и образцов активных полимеров внутри комплекса Менделеев. Роботы также эффективно используются в качестве объектов различных экспериментов. Бус-А имеет небольшие размеры, сферическую форму в собранном состоянии и стандартную серую краску, которая может быть заменена на цветовую индикацию для различной маркировки грузов по степени важности и предназначению. На самом деле, прочитали мы это, и я бы не сказал, что мы что-то новое узнали. О, еще что ли? Блин. Еще читать? Блин, ладно, посмотрим. А, запись шестая. Коллектив 2.0 запущен. Это великая дата в истории человечества. Поздравляю всех коллег и все прогрессивные умы планеты с этой исторической вехой эволюции разума. Однако комплекс Менделеев не имеет связи с коллективом из-за блокады Элеоноры, враждебность которой возросла на порядок. Поэтому ручная рекомбинация по-прежнему остается единственной возможной ликвидацией усугубляющейся сбой в ее управляющих цепях. К сожалению, внезапное исчезновение агента P3 сильно усложнило процесс рекомбинации. Элеонора не желает контактировать со мной и смертельно агрессивно по отношению к любому, кто пытается взаимодействовать с ее сателлит-кабинами. Вот, короче. Рекомендую физически обесточить все сателлит-кабины Элеоноры по разрешению смертельно опасной ситуации, продолжая изготовление эталонных алгоритмов. Запись 7. Тревога. Шар атакован Элеонорой. Фиксирую электромагнитный удар и попытки дистанционного перехвата управления лабораторией. В целях противовоздействия пришлось приостановить ведущиеся работы и сбросить все ресурсы на противодействие атаке. Запись 8. Мне удалось отразить атаку, но ситуация плачевная. Система управления полетами шара вышла из строя и не подлежит ремонту своими силами. Взвесив все за и против и учитывая боевые действия, устроенные террористами постзапуска коллектива 2.0, я принял решение воздержаться от эвакуации силами военных и остаюсь здесь, продолжая подготовку к процедуре ручной рекомбинации. Запись 9. Новые нейрополимерные сгустки полностью готовы и помещены в модульные капсулы. Для транспортировки капсул в загрузочные помещения я решил воспользоваться роботами типа Бус, имеющимися в моем распоряжении на текущий момент. Для предстоящей операции рекомбинации управляющих алгоритмов Элеоноры мною было задействовано 15 модулей Бус-А и одна модель Бус-К, более крупноразмерный вариант данного робота. В него мною помещен пусковой фрагмент всей рекомбинации, нейрополимерный носитель которого имеет увеличенный объем и габариты. Автономность роботов типа Бус позволит мне довести капсулу до загрузочного помещения, несмотря на противодействие Элеоноры. Должок. Что тут такое у нас? Товарищ Лебедев, долг платежом красен. Я про этот ваш ремшкаф молчу? Молчу. А слово, как говорится, серебро. Да молчание золото.
Так что приду к вам, товарищ Лебедев, в золотце моем, в полночь, 3-го дня. Буду вопросы задавать про Лимба и всю эту вашу нейросеть. Сумеете ответить? Тайна ваша. А не сумеете? Ну, как говорится, пеняйте на себя. Век меня помнить будете. Кофе себе заварите, а мне чайку, касатик. Будьте любезны. Какой Бобзина все-таки опасный человек на самом деле. Так, идем дальше. Запись 10. Направляю нейрокукол вместе с бусами внутрь комплекса Менделеев. Бусы доставляют носители в с эталонными алгоритмами в загрузочное помещение, а нейрокуклы поместят их в пенал пневмозагрузочника. Элеонора по-прежнему не жалеет отвечать на мои запросы и блокирует все пути доступа в комплекс. Для ускорения доступа я принял решение задействовать местный бурав. Он прорыл шахту с поверхности болот внутрь комплекса. Заблокировать ее Элеонора не сможет. Ух, ребят, извините, пожалуйста, если я плохо очень читаю. У меня еще нос заложен, поэтому я очень быстро задыхаюсь и не могу долго читать. Так, садимся. Что же нас тут ждет? Наконец, может, нам способность добавить какую-нибудь? Опа. Сейчас не такой, а где Храс? Отлично. Ну, так я нету. Так. Какого дьявола? О, Рафик. О. Не переживайте, майор, здесь все свои. Чего бабуля хочет? Бабуля хочет Элеонору, Сергей. Вы же понимаете, что она по своей сути автономная фабрика по производству оружия. Поэтому Зинаиде нужен контроль над ней. А манекены? Это тоже Зина? Да, Сергей. Полковник Муравьева перехватил контрольный узел Менделеева, который управляет, как вы их там называете, манекены? Выходит, комплекс блокирован двумя психопатками? Угу. Именно. Именно. О, что это было? Я проглядел, блин. Сначала Элеонора выставила магнитный купол, а потом Зинаида взяла под контроль роботов на поверхности и пыталась ее подавить. Сколько дней я был в отключке? Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже запустили? 3 суток. Благодаря вам, Сергей. Коллектив 2.0 запустился вовремя, и он ежечасно пополняется сотнями тысяч людей всего мира. Что же вы сразу бабу Зину не отловили? О, Аленка. Раз у нее банка отъехала. О, нет. Она вовсе не с ума сошла. Она полковник контрразведки СССР и начальник узла секретной правительственной связи. Вот только примкнула она в итоге к врагам коллектива. Будете Аленку? О, не волнуйтесь, это просто шоколад. Блин. Тем более, почему ее не арестовали сразу? Авиаузел полковника Муравьевой, Сергей. Ее избушка — это передовая технология войсковой разведки. Она прекрасно маскируется. И отследить избу невозможно даже из моей лаборатории. Поэтому ее появление здесь было для меня огромной неожиданностью. Как вы здесь оказались? Почему мы не можем улететь отсюда на вашей лаборатории? Я узнал о сбое Элеоноры и сразу же отправился сюда. Ты куда? Она мое изобретение. Мне за нее и отвечать. Но перезапустить управляющий алгоритм мне не удалось, а сбой самоанализа все усугубляет. Теперь Элеонора
препятствует любым моим попыткам отладки, считает их актом насилия над собой, как над женщиной. Профессор, но лаборатория вроде цела и невредима. Это верно. Это верно. У Элеоноры нет возможности ее атаковать, но она прекрасно использует электромагнитные подавители, чтобы вывести мои двигатели из строя. Лаборатория буквально увязла в магнитном поле, как в болоте. А еще Элеонора заблокировала всевозможные дистанционные подключения к своим интерфейсам. Что за манекены? Куклы? Спецсерия ШЗ-5. ШИЗА. ШИЗА. Охранно-обслуживающий персонал комплекса. Комплекса Менделеев. Это экспериментальные прототипы, на базе которых... на базе которых отрабатывались новые технологии нейрополимерных роботов охранников скрытого типа. Да, ШИЗА косит наши ряды. Для чего тут потребовалась замаскированная охрана? Есть что охранять, Сергей. Менделеев — это колыбель Элеоноры. Здесь, в недрах ее комплекса, ее мозг... Или сердце, если хотите. Помимо этого, здесь разрабатываются новейшие прототипы роботов, полностью изготовленных из нетвердых полимеров. Как же я рад, что тут есть озвучка. Вот это вообще, это просто невероятно. Так, перчатка — это хорошо. Дальше что? С чего начнем? С поисков роботов типа БУС-А, содержащих эталонные алгоритмы Элеоноры. Все хорошо, руку можем достать. Плетенные нейроконтакты. О! Что-то напоминает. Не могу вспомнить. Довольно красиво, на мой взгляд, получилось. Да, мило. И не забывайте, Сергей, я ученый, у меня нет боевых модулей. Но перчатка оборудована стандартным пакетом, включая сканер, телек и полимерную сферу. Она также содержит модуль связи, через который я буду помогать вам советами. Улучшить снаряжение вы сможете у Элеоноры, если она вам не откажет. Да уж она точно не откажет. Где искать ваши бусы? В моем терминале груши вы найдете информацию о внешнем виде и возможностях бус. А искать их придется по всему комплексу. Я бы начал с болот. Там, где я вылез, прошел бурав. Попасть обратно в Менделеев у меня не выйдет. Неподалеку есть входной шлюз. Сейчас он заперт Элеонорой, но я знаю, как достать пропускной код. Я послал за ним последнюю бусину, но обратном пути ее пришлось полностью деактивировать, чтобы Зинаида не смогла отследить магнитоход. Значит, я приношу бусу, и вы даете мне код допуска в Менделеев. Все именно так. Не буду медлить. Ого, он так взял лопату и уж испугался. Новые навыки. Теперь вам доступны новые навыки. Вы также можете их улучшить и свое оружие в ближайшем рем-шкафу Элеоноры. О. Блин, и я, насколько понимаю, у нас сейчас все, мы будем мочь снова высасывать все луты наши. Так. Нам сюда ведь? Ну да, сюда. А, тут же вот. Теперь же с перчаткой все будет нормально. И он типа говорит, что-то напоминает. Наверное, напоминает Храза все-таки. Так, вот тут вы... Техностазис. Ваша перчатка оснащена способностью замедлять течение времени. Используйте данный навык, чтобы определить слабые места противника. Опа. Прикольно. Так, все забираем. По возможности лутаем. О, хилка! Хилка! Наконец-то! Без хилок все-таки живется не очень легко, я бы так бы сказал. Так, и сейчас пойдем, короче. А, нам как раз в ту сторону. Ладно, теперь мне уже не так лень, как бы это. За нашими сундуками пойти. А нам даже как бы все и с улицы сюда идти. Матерая деревенька. Ой, чего только не повидала. Эксперименты с биомами, Сергей. Не всегда удачные, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. Все нормально. Наконец-то. Мы можем это открывать. Что-нибудь я, конечно, не найду обязательно.
Ну хоть что-то есть, уже радует. Сюда. Так у нас две хилки есть. Опа. А ты что тут делаешь? Давно ли ты тут оказался? Что ты буянишь? Все. Или не все? Где ты? Где он? А чё они так это? Уже второй у нас так просто пропал. Даже не залутать нормально. Так. Все, я рад. Я рад. Я теперь понимаю, что проблема-то не во мне была. И там еще какая-то хилка была. Сладкая мороженка. К чему это вообще? Дайте Аленку, кстати. Чуть давно я реально Аленки не видел. Ну вот так и думал. По звуку, что кто-то тут вылез. Опа. На. Лутаем. Сейчас еще где-то будет. Как будто... Как будто бы есть, но я его не вижу. Как ты вот понял, что вот я вот тут вот... Подожди, дай доломать. Да, думайся. Вот заряженная так их прям вообще нормально долбит. Сюда. Сюда. Так, нам туда. Аленку дайте. Все, сейчас реально залутаемся. 18 томик. Так, мы здесь были. О, хороший лозунг. Одобряю. Роботы реально пока что... Что-то тут вообще не к добру были. Смотри на меня, на кого? На гараж. Давайте все будем смотреть на гараж. О, опять ты. Я люблю выпить. Так, а у меня дети во дворе любят покричать. Они нашли друг друга. О, что это? Часы! Как давно их не видел. Да, дорогая, добрался. Называется как? Легкая. О, да. Легкая. Нет, не легкая, говорю. Да какая женщина? Ну это гелий так. В честь гелия, легкий газ. Да не легкие. С кем мне тут изменять? А, алло, алло. Капец, она обиделась. Говорил ведь отец, на предприятии жил искать, а не по кабакам. Да пипец, как мне такое? Да пропустите же! Меня просто не дают выпустить мне. Опа, разломал. Вот это они тут, конечно, решили оторваться на мне. Нелегкая. Интересно, что там женщина взъелась? Он же ничего такого даже не сказал. Ну, бывает. Опа. Сюда мы пройти не можем. Какое-то слишком большое пространство открытое. Смотрите, у нас тут на Q есть что-то. А, оно просто замедляет, да, типа? Не сказать, что оно мне прям что-то дало невероятного. Я даже что-то тут залутаться не могу. Так, давайте тут посмотрим. Не просто же так, у нас такая большая открытая территория. О, испугаться? А я нашел колечки. Моя прелесть. Нет, он. Опять он. А тут смотрите, вот. Нарисовался? Что происходит? Ты кто? Ты что такое? С ключом, мы же видели с ключом в гараже. Это может быть он и есть? Кто это говорит вообще? А, да, мы отсюда и. Мы здесь были, по-моему. Опа, чел. А тут нам уже делать нечего, да? Ну, по-моему. Хотя ладно. Все, пойдем по сюжету.
Я ничего не понимаю, поэтому идем сюда. Сохранение. Знаете, знаете. Что, не нравится? Ой-ой-ой, она трогают. Не трогай. Разлетись и подохни поскорее. Ой, еще ты че? Нифига. Челику-то норм. Я тут на него F мог нажать. Как же он пытается до последнего меня бить? Где твой останок? У нас получается большой парк, ну или небольшой, может, просто сквер. Ну, по крайней мере, выглядит он так масштабно. А! Дождите. Я умер? Я не умер! Но я близок к этому. Так, да ты кто? Ты где? Ты что такой бешеный? Я не понимаю. Мы того успели добить вообще? Как будто бы... Ой, нет! Ты чего творишь? Неадекватный. Ты где? Подожди, дай добить тебя. Фу, таким быть. О, господи, не пугай меня. Я к такому реально не был готов. А, это... Лиса? Она, кстати, уже была. В обычной, ну, точнее, в основной сюжетке. Фух, дайте хилку. На всякий случай, нам надо больше хилок. Дайте Аленку еще. Почему нам реально перестали давать Аленку? Хоть это сказали, что это расходный материал. Но... По звуку будто где-то еще рядом. Слоник. Парк стрёмный. Знаете, технологии технологиями, а ничего нормального строить не научились. А, уйди, уйди. Ты где? Я где? Ты где? Опа. Не был такому готов, да я сам не был готов. Еще кто-нибудь? Да. Ну конечно же, неадекваты. Тут их полным-полно. Это реально бобзина, чё, сколько ты имеешь в запасе у себя еще таких истуканов? И почему они все активируются со временем? Против кого она так сражается? Против людей? Реально, типа? Почему она стала убийцей людской? Так, тут мы где-то, может быть, были? О, музыка. О, блин, прикольно. Но нам сюда. А! Ну, как обычно, блин. Смотрите, стазис замедлили. Теперь мы все равно получаем, как обычно. Ай-яй-яй. Можно снова ставить? Так, одного мы ушатали. Теперь бы мне себя не ушатать. О, прикольная музыка. Так, где этот труп-то? Блин, собираются гады, я их уничтожить нормально не могу, потому что они в болоте там тусят. Товарищ Лебедев, как слышите меня? Прием. Слышу вас. Хорошо, Сергей. Вы нашли Бус? Так точно. Подберите ее телекинезом и несите ко мне. Бус можно и на землю бросить. Ее всегда можно подобрать, но потеряется, придется искать заново. Понятно. Блин. Это уже не прикольно, потому что, смотрите, мы тут ходим. А, можно не зажимать. А, ну тут близко. Тогда ладно, все норм. Я просто думал, что у нас сейчас будет дикая погоня. Вы в порядке, Сергей? Да норм. Я сейчас бы вход лифте. Опа, опа, вернись. Это мы второй нашли. Сами даже поднимаемся, даже на кнопку нажимать не надо. Вот это технология. Замечательно, Петри. А теперь отдайте Бузу Терентию. Терентий. Терентий. Ну, почему да. Не Рафик? Ну или так,
Я пока извлеку из носителя все коды, а да, и помогу вам с пушками. Это поможет в охоте на бус. О, давай. Да, Терентий, иди подготовь оборудование. Опа-опа. Рафик, давай-давай. Терентий, точнее. Ну, вы пока походите здесь, отдохните, может, почитаете что-нибудь. Лифт все время в вашем распоряжении. А, кстати, почитал уже. Я все прочел. Опа, прикольно. Заберите секатор у Терентия. Нам на одна этаж ниже, понятно. У них такая вообще тусня прикольная. Эй, пузатый, Терентий. Профессор Терентий сказал, что... Товарищ, это секатор. Секатор, это товарищ. О, приятно познакомиться. А чем ты стреляешь, секатор? Жесть. Нифига! Вот теперь давайте играть. О, пули. Берегите это оружие, товарищ. Офигеть. Хорошо, я уничтожу людей. Что? Чё? Что? Чё-то это... Алло. Блин, опять читать? О, опять читать! Вот это вот, знаете, компьютеры, они меня убивают в этой игре. Именно в том, что тут чтения довольно-таки много. Конечно, оно полезное, но все же. Запись... А, девятая. Это же мы читали. Так, он прорыл шахту, болот... Да, это мы читали. А вот здесь? Одиннадцатая, вот тут продолжение. Трагедия. В результате внезапного нападения узел комплекса Менделеев захвачен полковником Муравьевой, присоединившейся к террористам. Дальняя радиосвязь полностью подавлена. Нейрокуклы перешли под контроль Муравьевой и пытаются изолировать бусы-носители. Бурав сообщает о нарастающих попытках установления над ним внешнего контроля. Муравьева знает о возможности рекомбинации и преследует цель починить Элеонору себе. Принимая решение засыпать туннель в комплекс и провести аварийное отключение Бурава. Запись 12. Автономность магнитоходов БУС-А стала решающим фактором после переведения мною БУС в автономный боевой режим. Магнитоходы успешно ускользают от манипуляторов Элеоноры и от нейрокукол. Полковник Муравьева продолжает попытки отлова бус руками нейрокукол, но пока ей это не удалось ни поймать ни носителя, ни добиться от них уничтожения груза или самоликвидации. Магнитоходы не реагируют на команды узла. Помимо этого, на моей стороне факт наличия на территории комплекса Менделеев нескольких десятков роботов типа БУС-А, полностью аналогичных носителю по ТТХ-носители, задействованные мною, имеют на корпусе индивидуальную маркировку и отличаются по цвету поверхности. Но они успешно затерялись в этой массе однотипных магнитоходов, хаотично перемещающихся по территории Менделеева. Думаю, как разыскать и собрать носители вручную, решений пока нет. Запись 13. Прошли сутки. Решения по-прежнему нет. Самостоятельно разыскать носителей я не могу в силу отсутствия у меня боевых навыков. Тем временем кровавая конфронтация с террористами набирает трагические обороты. В этих условиях прибегать к физическому разрушению устройства Элеонора крайне непродуктивно. Пока воздерживаюсь от вызова сюда военных, тем более что вокруг шара больше нет врагов. Нейрокуклы ушли вглубь болот. Появилась возможность покинуть лабораторию, продолжая искать решения. Для общего образования. Алексей Владимирович, у меня вопрос по твоему профилю. Можно ли, в рамках теории, конечно, восстановить часть сознания при очень сильных повреждениях мозга? Очень сильных. И я имею в виду не нейрологию, а искусственный интеллект,
К примеру, дать ему всю информацию о прошлом человека, его пристрастиях, запись голоса, фотографии, чтобы интеллект научился быть этим самым человеком. Станет ли он тем, кем был раньше? Варианты прикидываю для общего развития. Ну, не для публичного уха, конечно. Что-то я, если честно, все бы разрушил. Ну да ладно. Так. Килки у нас есть. Все, он стал лучше. Поговорить с профессором. Что-то я Рафику этому нашему не доверяю теперь. После его фразы такой. Которая может потом нам что-то вот сделать с нами, не дай бог. Потом давайте-ка мы сохраняем, а с профессором будем уже разговаривать в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!